девочки и мальчики. В эфире мастерская с Сережей и Каркушей. Сережа, а между прочим, некрасиво есть конфетку и не предлагать другим. Тем более у тебя их вон как много. Ой, Каркушечка, дорогая, угощайся, пожалуйста, мне для тебя ничего не жалко. А конфеты я вовсе не собирался есть, ну, просто не удержался. Да, ума не приложу, что с ними еще можно делать, если не есть. Конфеты мне нужны, чтобы смастерить, на мой взгляд, необычный подарок. Да? Для кого? Ой, я заинтригована. Для кого он, ты узнаешь в конце программы. Ну что ж, давай делать. Давай, Каркуша. Вот смотри, у меня есть вот такой маленький леденец на палочке. Ну, вижу, ничего удивительного. А в моем подарке будет много леденцов. И в то же время это будет один большой леденец на палочке. Как такое возможно? Еще как возможно, но лучше я объясню в процессе работы. Хорошо, так действительно будет лучше. Итак, ребята, для того, чтобы смастерить супер-мега-гипер-леденец, нам понадобится вот такой прозрачный пластиковый шар, который состоит из двух частей. Видите, они соединяются, получается шар. Да, две половинки. Абсолютно верно. Также потребуется вот такая палочка, блестящая оберточная бумага, ленточка, клей, пистолет и много-много ярких, вкусных леденцов! Ура! Интересненько, интересненько! Ну, давай начинать! Итак, шар мы уже разделили на две половинки. Сейчас в одну из них насыпаем леденцы. Да побольше, с горкой! Да-да, сыпь, побольше, побольше! Вот. Что дальше? Закрываем. А еще, ребята, у нашего шарика есть вот такое ушко. Именно на него наносим клей. Ребята, я напоминаю, клей в пистолете очень горячий и работают с ним только родители. Ну, конечно же, под вашим присмотром. Наносим клей, Каркуша, да побольше. Так, так, так. Я думаю, столько достаточно. И надеваем на ушко нашу палочку. Вот. Подождем, пока клей высохнет. Сережа, ну что, клей высох? Я думаю, да. О, какой же он огромный получился! Да, осталось только его обернуть. Положим лист оберточной бумаги на стол. Вот так вот. Разворачиваем. Угу. Наш огромный леденец помещаем в самый центр. И заворачиваем. Вот так вот. Бумага такая яркая, блестящая. Так, соединяем все вместе. Теперь берем кусочек ленточки и завязываем узелок. Конфеты, леденцы – это простой в изготовлении вид кондитерских изделий из сахара, кукурузного сиропа или патоки, которые варят, разливают в специальные формы и зачастую закрепляют на палочке. Петушок – самый известный русский леденец на палочке. Леденец на большой, огромной палочке готов. Он размером с мою голову. Смотри, Каркуша. Да, удивительно. Мне кажется, такой леденец удивит не только детей, но и взрослых. Ой, а я в этом просто уверена. Ведь если его развернуть, то найдешь там много-много разных вкусных конфет. Да, ты права, Каркуша. Но, ребята, стоит помнить, что сразу много сладкого есть вредно. Так что содержимого этого волшебного леденца хватит надолго. Да, замечательный подарок. Интересно, кому посчастливится его получить? Кстати, Каркуша, этот леденец тебе. Мне? Да. Ой, ура, спасибо. Ой. Ну, а наш выпуск подходит к концу. Творите, сочиняйте и придумывайте. Мастерите, делайте друг другу подарки. С добрым утром, малыши! Кар-кар-кар! Пока-пока!